Яко Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святаго Духа, нині і присно, і во веки веков. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело во исповедании и в велелебо довлеглся и си, одеяйся светом якоризую, просирая небо яко кожу, покрывая водами превыспрение своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ия, не преклонится век века, бездна якориза одеяние ия, на горах станут воды, а запрещение твоего побегнут от глаза грома твоего, убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо яры основал и сим, предел положил и сии горы не прейдут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники, в дебрях посреди гор пройдут воды, напояют все звери сильные, ждут, а нагрев жажду свою, на тых птицы небесные привитают, острые камни и дадят глаз, напояя горы от превысперних своих, от плододел твоих насытитесь и земля, просевая траву скотом из злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, ума веселится елеем, и хлеб сердце человеку укрепит, насытится древа польская, кедры ливанские, их же ищи насадил, там у птицы вы гнездятся, и роди его жилище, предводитель сует ими, горы высокие еленем, камень прибирающий заяцем, сотворивший луну во времена, солнце поздно запад свой, положил еще тьму и бысь ночь, в ниже продают все звери и дубравни, с кем не рыкающие вас видите, и взыскать от Бога пищу себе, восье солнце и соображаща, и в ложах своих лягут, и заедет человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвели держащие дела твои, Господи, вся премудростью сотворил ищи, исполнися земля твари твои, я, сие море великое и пространное, там угади их же не из числа животное, малое с великими, там и корабли приплавают в мир, все его же создал ищи ругатище ему, всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, а ты миши дух их и исчезнут, и в перь свою возвратятся, постиши духа твоего и сахирдуса, не обновишь лице земли, и будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях твоих, презирая на землю и творяю трястися, прикасаяся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу мою, донде же ещем, да усладится ему беседа моя, азре возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоры не выйти им, благослови душе моя Господа, солнце поздно запад свой, положилось и тьму и бысь ночь, яко возвеличившиеся дела твои, Господи, вся премудростью сотворил ищи, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помолимся. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Сину і Святому Духу, нині і присно і во веки веков. Господи, возвать Тебя, услыши меня.
воскресенец смертней. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобой. Душе моя и страх.
будущих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Молим Господи, видящий без греха, сохранитеся нам, благословенныйся Господи Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословенныйся Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенныйся, Владыка, вразуми меня оправданием Твоим. Благословенныйся, святые, прозвети меня оправданием Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исполни вечернюю молитву нашу, Господи. Thank you.
наше імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і врісно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, же ищи на небесе, да святиться имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Это Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Сына Божия мы собрались сегодня в храме. Говорят, если этот Сын Божий вновь придет сегодня на землю, то вновь немногие узнают Его. В этот день, в конце Великого Поста, в Страстную Пятницу, Церковь износит на середину храма особую икону. Она подробно и буквально описана в церковных канонах. Это икона уединенного, нагого и уязвленного мертвеца. И Церковь властно ставит нас перед этой иконой и вопрошает: узнаете ли вы его? Узнаете в этом одиноком, израненном мертвеце великого Бога, Создателя мира, Создателя нас с вами? Узнаем ли мы в нем нашего Спасителя, пришедшего избавить нас от страшных и смертельных последствий наших преступлений, наших грехов? Узнаем ли мы в нем того, в ком все наше упование в этой жизни и в будущем? Узнаем ли того, кому мы строим прекрасные храмы, кому обращены наши самые сокровенные молитвы? Узнаем ли того, кого мы просим о прощении наших грехов, и Он омывает их Своей кровью? Узнаем ли того, у кого просим даровать нам Царствие Небесное, полное радости, мира, счастья, где никогда уже не будет страданий, но не будет болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная? И Господь милостивно дает нам это Царствие Небесное, а цена этого дара перед нами. Наконец, узнаем ли мы те раны, которые нанесены на это тело? Эти раны очень хорошо известны нам. Это раны наших самовольных страстей, раны наших грехов, которые мы наложили на Сына Божия. Каждое наше появление в церкви – это не просто появление в каком-то пространстве нашего мира. Это предстояние на суде Божием. И об этом очень ясно и недвусмысленно сказано в период подготовки к Великому Посту, в притче о фарисее и мытаре. Но сегодняшний день – это особый суд. И сейчас Церковь повелевает всем нам после прочтения канона плача Пресвятой Богородицы приблизиться к этой страшной иконе и произнести, если сможем, над собой суд. Каков он будет? Тот ли, который произнес фарисей, возблагодарив Бога и сказав: «Это не я сделал, я не грешный. Благодарю тебя, что я не участвовал в этом. Это сделали первосвященники, книжники, Пилат, римские солдаты. Или мы вслед за мытарем дерзнем, приближаясь к святой плащанице, проговорить лишь одно: Боже, милостив буди мне грешному. Аминь». Thank you.
Господа, Девы чистая, терзающаяся вопияше горце, со другими женами стенящая и глаголаше. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вижу Тя ныне, возлюбленные мои чады и любимые, на кресте висящие, уязвляюсь у горцы сердцем, рече чистая, но дашь мне слово благи, рабе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, волею Сыне Мой творче, терпише на древе лютую смерть, Дева глаголыша предстоящую креста, со возлюбленным учеником. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ныне моего чаяния, радости и веселья, Сына моего и Господа, лишена бы. Увы мне, болезную сердцем, чистое, плачуще, глаголоше. Со слезами и облобызающие, горцы же рыдающие,
и восклицающий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, едину надежду и жизнь, Владыка, Сыне мой Боже, воочию свет, раба Твоя име, ныне же лишена бы Тебе сладкое мое чадо и любимое.
носящего тварь всю Господа, сего рази Иосиф, яко мертва тя на руку своею, и с Никодимом носит и погребает. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, странную вижу и преславную тайну, Дева вопияша Сыну и Господу, как о в худом гробе полагающейся, мертвые повелением восставляя его в гробе. И ныне присные во веки веков, аминь, не от гроба Твоего восстану, чадо мое, не слезли ты чаши, пристану, раба Твоя, донде же оснидова, не могу потерпеть и разлучение Твоего, Сыне мой. Воскресни и утоли мою болезнь, и печаль можешь, ибо владыка, елико хочешь и творишь, аще и погреблся еси волею. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! О, как утаилось и тебе есть бездны щедрот, матери в тайне изрече Господь, тварь бы мою хотя спасти, изволих умрете, но и воскресну, и тебе возвеличу, яко Бог небесе и земли. И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Господи, милосердие Твое человеколюбче, и поклоняюся богатству милости Твоя, владыко, создание по Твое, хоть я спасти смерть, поднял и силече пречистая, но воскресением Твоим спасе, помилуй всех нас. Господи, помилуй нас, Господи,
спасение, страшные страсти и животворящий крест, и вольное погребение плотью изволивый, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святых славных и всех вальных апостол, святых и праведных Бога Отец, Иоаким и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человек.